Белиз – страна в Центральной Америке, занимающая юго-восточную часть полуострова Юкатан на побережье Карибского моря, столица Бельмопан. А теперь интересные факты Белиза. На территории Белиза найдены следы жизни племени майя. Можно отправиться на экскурсию на встречу с древностью. Прежнее название Белиза – британский Гондурас. Белиз знаменит загадочной воронкой, которую во время своих путешествий обнаружил Жак-Ив Кусто. Дыра как бы живет своей жизнью. Во время приливов в ней возникают водовороты, и она может затянуть даже лодки. Во время отливов она, наоборот, исторгает из себя фонтаны воды и всякий мусор. Ныряльщиков так и тянет сюда в надежде встретить редкую рыбу. Наверняка всем будет интересно посетить ферму, где разводят бабочек всех цветов радуги. На более чем компактной территории Белиза произрастает около 4000 видов различных растений. В Белизе расположен второй в мире по размерам коралловый риф. С 1840 года англичане стали называть Белиз британским Гондурасом, а уже в 1862 году объявили его своей колонией, но независимость была провозглашена только в 1981 году, но это практически недавно. Большую часть территории страны занимает низменные, местами заболоченные равнины с множеством озер и лагун. Климат здесь тропический, почти половину территории страны покрывают влажные тропические леса. Природа Белиза представляет собой главную достопримечательность страны, ведь местные пейзажи настолько привлекательны и великолепны. Большую часть территории Белиза занимает равнина с голубыми озерами и реками, а местами встречаются непроходимые болота. Основным центром туризма в Белизе является Сан-Педро и Белиз-Сити, расположенные на берегу Карибского моря. Вдоль побережья Белиза тянется коралловый риф длиной около 320 километров. Это самый длинный барьерный риф западного полушария и второй по длине в мире после австралийского Большого барьерного рифа. Здесь обитает около 400 видов рыб и 70 видов кораллов. Просто представьте себе это. Подводная видимость в пределах островов рифа прекрасная, она варьируется от 30 до 60 метров. Всем приятного отдыха! Подпишись на наш канал «Гуляй по миру» и получай новые интересные видео.